На сьогоднішнє свято до нас завітали шановні гості. Тому до слова запрошується голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Гарбус Юрій Григорович. Добрий день, дорогі студенти, уважаємо преподаватели і уважаємо родителі. Сьогодні у нас дуже знакове событие происходит на Луганщині. Сьогодні ми не возрождаємо. Сьогодні ми рождаємо заново медицинский наш університет. З чим я нас всіх і поздравляю. Я хотел бы поздравить с тем, что сегодняшняя ночь прошла без единого выстрела. Наконец-то все-таки соглашение Минске, которое на протяжении последней недели каждый день обращаясь туда, в РНБО, и просил, чтобы с 1 сентября у кого все-таки сердце, у кого есть мудрость и разум, все-таки давайте заканчивать с войной. Сегодня без единого выстрела прошла ночь. Сегодня на всей территории Луганской области идет праздник. И я вас всех поздравляю с Днем Знаний. Теперь, что касается, конечно, нашего здания. Понятно, здесь сделано много души, вложено души, любви, работы. Игорь Владимирович, в первую очередь, его такой дух бойцовский. Я хочу поблагодарить мэра Кортю Сергея Ивановича, потому что когда мы идем в одну ногу с пониманием, с местной властью, тогда объект за объектом открывается, ремонтируются дороги, и действительно на территории наступает мир и понимание. Я хотел бы поздравить первоклассников, можно и так, наверное, сказать, первокурсников. Я просто только что уже две школы поздравил, думаю, еду еще, думаю, хоть бы не сказать первоклассников. Ну, в принципе, наверное, для родителей разница невелика. Первый класс или первый курс, наверное, так. Потому что очень тревожно. У каждого сейчас папы, мамы, бабушки, дедушки, братья и сестры, все-таки стучит сердце, кто находится здесь рядышком. Когда их дитя, во-первых, решило стать врачом. Это очень важно, потому что когда приходит в дом беда, мы никогда не знаем, когда это случится. И всегда потом убываем. На Бога просим. И на врача. Чтобы нас спасли. И спасают только люди в белых халатах. Сегодня вы уже оденете на себя белые халаты. И мы так с Игорем Владимировичем договорились. Я говорю, не знаю, когда попаду в следующий раз в университет. Он говорит, ну тогда я вам даю первый курс и шестой, и я у вас первую читаю лекцию сегодня я. Я хочу, наверное, поздравить все-таки и шестой курс. Почему? Потому что осталось совсем немножко времени, и уже я буду вас встречать совсем в другой ипостаси. И для меня, как для губернатора, очень важно. Это первое – это безопасность территории. Второе – это здравоохранение. К сожалению, которое сегодня терпит еще много-много непонимания. Потом образование и многое-многое другое. Так вот, действительно, я теперь уже понимаю, с кем я буду строить новые реформы, с кем мы будем рождать новое здравоохранение на Луганщине. И с этим я вас тоже поздравляю. А вот между вот второму курсу и по пятый курс я жила действительно, вот я сегодня обошел, посмотрел лекционные залы, посмотрел кабинеты. Понятно, еще где-то какие-то, может, моменты надо что-то подрегулировать. Но самое главное, что самое ценное, что есть всегда, это преподаватели. Те, которые смогут вас научить, а мы вас вместе с родителями будем гордиться вашими победами. И вот впитывайте все как губку и ждем действительно вас как настоящих специалистов, которым будем вместе спасать, когда в дом приходит беда. Спасибо большое за внимание. Еще раз Насте с праздником и с днем рождения медуниверситет. И сегодня я хочу вручить коллективу почетную грамоту кабинета министров. Пускай это будут
наверное, в этом университете здесь, который мы рождаем заново, потому что в целом университет Луганщины 60 лет. Вот пускай это сегодня будет дитя, которое рождено на Луганщине, пускай еще будет тысячи и тысячи лет выпускать людей в белых халатах, которые спасают жизнь нам. С праздником! Наказом Міністерства охорони здоров'я висловлюється подяка Комаревцевій Ірині Олександрівні. Нагородження Гоценко Олександр Павлович. Я секундочку вашу внимание, у нас сегодня Ирине Александровне как раз день рождения. Давайте поаплодарим. Поздравим. Поздравим сильно, пожелаем здоровья, потому что от того, как она любит с таким работным сердцем, зависит, кого мы воспитаем. С днем рождения. Реально сделали подарок, я даже не ожидал. Нагороджується перший проректор науково-педагогічної роботи державного закладу Луганський державний медичний університет Смірнов Сергій Миколаєв. Нагороджується завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів державного закладу Луганський державний медичний університет Пастернак Геннадій Іванович. Завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями державного закладу Луганський державний медичний університет Волошин Олександр Миколайович. Технології ліків, організації та економіки фармації державного закладу Луганський державний медичний університет Барнатович Світлана Васильівна. Дорогі земляки, я хотілося б обов'язково сказати, це задача перших курсов и шестого, понятно, мы уже сказали. А моя задача, как губернатора, сделать все, чтобы мы максимально быстро вернули всю Луганщину в одну единую семью. С праздником всех! До слова запрошується міський голова міста Робіжного Хортів Сергій Іванович. Добрый день, дорогие друзья, студенты, преподаватели, рубежане. В этот день мне, я очень волнуюсь, почему. Кому как не медикам понимать главное, ребенок родился. В городе Рубежное, в котором 60 тысяч населения, да, волею судьбы, но появился в Луганске медицинский университет. И для нас, для рубежан, это праздник. Мы шли к этому непросто. Было много сложностей, но нам удалось решить. И решить их командной работой прежде всего. Луганский медицинский университет появился здесь благодаря общей работе и сотрудничеству с Луганской областной государственной администрацией, с Юрием Григорьевичем, губернатором нашей области. Это совместная реализация всех концептов, программ, которые были намечены. И я хочу сказать сегодня здесь всем присутствующим, они реализуются. Они реализуются в медицине, они реализуются в образовании. Слава Богу! Если бы мы вот в этот сложный, тяжелый период не шли плечом к плечу, праздников сегодня, наверное, не было. Но он есть. Поэтому, дорогие друзья, я желаю всем сегодня, в этот торжественный хороший день, крепкого здоровья, счастья,
удачи, мира и добра всем. С праздником, дорогие!